Семья. Сегодня это слово главное. Герои дня, молодожены из Владимира, 8 июля ждали с волнением. В день семьи, любви и верности они обменялись кольцами. Является ли ваше решение искренним и добровольным? Прошу ответить женихов. Прошу ответить невест. Год семьи – это особенно очень важно, что молодые пары, молодые брачующиеся хотят создавать семьи, хотят развиваться, хотят это показать, что это важно для нашего общества, для нашей страны. В руках невест букет из ромашек. Этот цветок стал символом праздника не случайно. На Руси ромашка считалась знаком чистой и искренней любви. Владислав и Мария Данилины – молодожены. Он из Владимира, она из Гусь-Хрустального района. Познакомились в городском центральном парке. Спустя месяц стали жить вместе, а через год расписались. Событие хотели сделать незабываемым, так и получилось. Именно 8 июля я хотела расписаться. Именно в этот день он достаточно значимый для меня. Вот. И поэтому это день семьи, любви и верности. Я думаю, что это как-то и повлияло на наш выбор. Влад, а для тебя семья что значит? Ну, самое главное, потому что без семьи как бы мы никуда, в принципе. Праздник святых Петра и Февронии у молодоженов считается особенным. Сегодня они назвали его Днем всех влюбленных. С важным шагом в жизни владимирцев поздравили первые лица города и области. Гости пожелали молодым супругам добра и подарили на счастье икону святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Игорь и Анастасия Липские – участники торжественной церемонии. Молодожены знают друг друга со студенческих лет. Игорь и Анастасия вместе учились в ВЛГУ. Оба окончили филологический факультет. Игорь долгое время работал на телевидении, сейчас профессию поменял. Анастасия – учитель в школе. К решению создать семью шли долго. Я такой счастливый, очень счастливый, и всем желаю быть такими же счастливыми, как и мы. К этому дню мы шли 6 лет. Год армии, конечно же, обязательно. Вот. И все это время мы морально настраивались и готовились к тому, что вот-вот мы должны заключить союз. А в какой день, не могли понять. И, конечно же, для нас важным стало и решающим, что мы оба окончили филологический факультет, на котором мы изучали предельно подробно сказ о Петре и Февронии Муромских. И, конечно же, история любви этих святых, христианских святых, для нас очень важна и для нашей семьи, и для нашей жизни. Кульминацией праздника стал подарок всем гостям церемонии от молодоженов. Крепко обнявшись, они закружились в танце. Всего 13 пар, для которых любовь и верность стали смыслом жизни. С сегодняшнего дня только вместе. Наталья Забнина, Владислав Панин, телеканал «Вариант».